На днях знаменитый актер пришел на футбольный матч вместе со своей избранницей Камилой Морони. Влюбленных заметили на трибунах стадиона. Модель заботливо поправляла одежду Леонардо Ди Каприо. 44-летний Леонардо Ди Каприо, Леонардо Ди Каприо, является завидным холостяком. Многие девичьи сердца он покорил еще в юности, когда снялся в фильме «Титаник». Однако идти в ЗАГС он не торопится. Даже поклонники звезды не могут подсчитать количество девушек, с которыми актер пытался строить отношения за минувшие годы. Теперь его даже называют ловеласом, так как все его избранницы – настоящие красотки. Летом прошлого года он закрутил роман с очередной моделью, 21-летней Камилой Морони, Камила Мороне. В августе Ди Каприо и его возлюбленная отметили годовщину отношений. Добавим, что они довольно часто появляются на публике вместе. По слухам, на этот раз у актера серьезные намерения в отношении знойной брюнетки с женственными формами. На днях влюбленные прилетели в Париж и сходили на свидание, но не в ресторан. Они посетили матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем. Папарацци засняли пару, когда они сидели на трибунах. Периодически Камила заботливо поправляла воротник пальто своего избранника, чтобы он не заболел. Леонардо надел солнцезащитные очки и бейсболку, чтобы его не узнали, но актеры все равно заметили. Поклонники не устают любоваться идиллией, которая царит между влюбленными. Совсем недавно в зарубежных СМИ появилась информация, что Ди Каприо познакомил свою девушку с друзьями и родными. Они уже планируют свадьбу, а также актер не против завести детей. Многие поклонники Лео не скрывают, что завидуют тому, какая красивая у него невеста.